Профилактическая операция «Пешеходный переход» стартовала в Кашхабском районе. Операция будет проводиться в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах и профилактики нарушений правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции будут внимательно следить за соблюдением правил дорожного движения как пешеходами, так и автомобилистами. На территории Республики Адыгея за полугодие зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Кашхабского района проводятся профилактические мероприятия «Пешеходный переход». Пешеход – самая незащищенная категория участников дорожного движения, а потому они больше всех должны переживать за свою жизнь и здоровье. Но и водители транспортных средств не должны об этом забывать, ведь последствия аварий могут быть плачевны как для пешехода, так и для водителя, не говоря уже о близких и родных пострадавших.